Саратовские инспекторы ДПС, старший лейтенант полиции Дмитрий Жаров и лейтенант полиции Карим Абдуллин днем 13 июня, находясь на службе, спасают жизнь ребенку. Они сопровождают машину с истекающим кровью мальчиком до больницы. Несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения, охране общественного порядка. Подъехал автомобиль Volkswagen Tiguan. Водитель попросил о помощи. Сказал то, что ребенок пострадал, истекает кровью. Я заглянул в салон, увидел, действительно, там был ребенок в крови. Задумываться вообще, не стал. Старший инспектор подбегает к машине и говорит, нужно срочно ехать. Быстрее ремень пристегнули и поехали. Тут даже тоже не задумываясь. Оба сотрудника героями себя не считают. Говорят, что выполняли свой долг. Не считаю, что это какой-то случай выдающийся. Это наша работа. Периодически такое происходит, просто не так освещается СМИ. На высокой скорости и со спецсигналами они ехали по дороге, чтобы доставить ребенка в больницу, где ему могли бы оказать необходимую помощь. Инспекторы не сомневались ни минуты. Нужно быстрее добраться до врачей. Как вообще ведут себя на дороге в таком случае водители? В большинстве случаев сразу стараются и по возможности как-то прижаться вправо, влево, чтобы была возможность проехать. В этом тандеме Карим Абдуллин новичок. Говорит, второй год в ГИБДД. Старший лейтенант Дмитрий Жаров передает ценный опыт. Вовремя среагировали, вовремя помогли, не стали откладывать, спасли, может быть, не жизнь, но хотя бы здоровье ребенка. То есть, это наша обязанность. Тут сверхъестественно ничего не было сделано. Справедливые, честные сотрудники, можно характеризовать, пришли на помощь. Молодцы. Служба дорожного полицейского, как говорится, и опасна, и трудна. Рабочий день начинается с раннего утра и заканчивается поздним вечером. Стоять на страже безопасности дорожного движения приходится порой и в знойную жару, и лютый мороз. Основной трудностью сами сотрудники ДПС называют непонимание, а скорее нежелание понять необходимость соблюдения установленных правил. Запрещенный предмет перевозится. Основные качества сотрудников ГИБДД должны быть прежде всего? Смелость, упорство. Законы должен знать инспектор ДПС. Правила дорожного движения. Интуитивная это с опытом приходит. Здесь сложно сказать. Конечно, да, должны обладать. В день, в ночь, когда работаешь, соответственно, набираешься опыта. И, конечно, в любой ситуации прийти на помощь, как в случае с юным пассажиром, который истекал кровью. И когда сотрудники приняли единственное верное решение. А сейчас что с этим ребенком? Знаете, Я, честно говоря, не знаю, но я слышал, что все в порядке, мы вовремя оказали помощь. Дай бог ему здоровья.